Как ощущения, как все прошло, как оцените? Ну, есть еще куда стремиться, но к оргазму я довольна. Больше всего всех интересовало, почему вы приехали позже остальных участников сюда и как строили тренировочный процесс? Ну, просто у нас на катке еще два льда по полтора часа. Поэтому я побольше потренировалась у себя на катке. Но все-таки все равно я приехала заранее. Так что просто приехала позже. На равнинке сложилось ощущение, что вы сильно нервничали, да? Ну, не нервничала, просто нервничала чуть-чуть тело, потом как-то закрылась. А что дальше не чувствовала тело? Ну, как будто руки там с одной стороны, ноги вообще в другую сторону летят, и непонятно такое ощущение. Мы со всеми, наверное, спортсменами уже поговорили про акклиматизацию после Канады. Вот показалось, что очень мало времени осталось, над чем работали больше всего. Реально ли было как-то уже что-то наработать или просто были такие какие-то тренировки подготовительные больше? Нет, к чемпионату России мы очень много внимания обращали на программу, именно стабильными прыжками, чтобы они были еще чаще. Как вам атмосфера и лед? Атмосферный прием. Очень теплая, очень много плакатов со мной. Я обратила это в первый день, и мне очень приятно. От этого никуда не уйти, но вся страна следит еще за якобы соперничеством Жени. Ну, хотя бы просто здесь не встречались с ней, не общались. Нет. Вам прилетел. Там вроде еще один медведь. Как? Да, там есть в квартире место. Что будете делать? Ну, вообще мало очень места. Массажу чуть-чуть потеснила. Вот, и игрушки. Но мне очень приятно, когда дарят такие большие медведи, но их уже некуда делать реально просто. А что вы с ними делаете обычно, с такими огромными? Дома. Все дома? Да, дома. И сестре даю. Мы два города живем, поэтому то туда, то сюда. Но спите пока еще на диване, да? А? Спите пока еще на диване. Вы просто говорили в Москве, что скоро игрушки будут спать вместо вас, а вы на полу. Пока что нет. Думаю, что уже скоро. А были раньше такие большие игрушки? Ну вот в этом сезоне первый раз, по-моему, на Гран-при в Москве, да, как раз. Вот, и потом уже в финале Гран-при, там уже две большие игрушки были, просто злые. Мы обычно всегда говорим, даже на Олимпиаде, что главная для вас задача – это чисто откатать. А все остальное, места уже не так важны. Сейчас ничего не изменилось, не появилось такого хищного инстинкта? Первое место только? Нет, всегда. Вот я недавно была на финале Гран-при и заняла второе место. Для меня было это просто тоже какое-то не разочарование. Это абсолютно не было такого, потому что ты должен радоваться любому месту, потому что может этого второго места потом на следующих стартах не быть. И поэтому ты должен ценить то, что ты вот на пьедестале стоишь на таком большом старте. Вы старты не расстроили? Вообще. Алина, вы олимпийская чемпионка, которая, ну, единственная, наверное, из многих, кто продолжает карьеру и продолжает успешно. Вы чувствуете, что в некотором роде переписываете историю женского катания с этой точки зрения? Не знаю, у меня просто очень мало соревнований было. Нет еще такого, что... Ну, вот... Надоело? Всё, да, нет такого вообще. Мне хочется еще стремиться. Ну, это же так интересно, ездить по соревнованиям и знакомиться с новыми людьми. И, кажется, это... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.